маме расскажу, где мне смотреть. Мы говорим о том, что если задекларированная, так называемая, вот этот проект автокефалии, если он будет реализован, то мы прервем евхаристическое общение. Не могут сослужить сейчас, то есть совершать совместное служение иерархии Русской Церкви и Константинопольской Церкви. И Русская Церковь приостановила свое членство во всех богословских комиссиях, конференциях, где председательствует или сопредседательствует представитель Константинополя. Это печальный предвестник возможного трагического развития событий на Украине в случае, если вмешательство государственных органов во внутрицерковную жизнь будет продолжаться. Если политика будет вторгаться в жизнь верующих, могут быть подобные тяжкие последствия в масштабах всей Украины.